Не бейте там в центре, забегите за стену сюда в угол. Войд, почему АФКшер? Хорошо, давай пулей. Давайте в трэш активнее. Осталось два босса. Давайте в трешак. Аккуратно сейчас, станьте кучно. Такая притяни того, у тех кастующих. Ну вот. Секунду. Извините, на минуту пришлось отойти. Ой, ты там проснулся уже? Играйте вправо быстренько, раздамажьте его. Вот, ты, ну ты где? Просыпайся, уже все, бинты. Надо идти бить босса. Че, может, три хила? Да не надо. У нас ДПС свыше крыши, мы и так затащим. Там этот самый, если что, в какой-то момент я у тебя попрошу капельку, хорошо? У нас и другой шанс, типа, это не с ДЦ, так что проблем не должно возникать.
Приказ, троньте этого. Поднимитесь наверх. Дважды спустим и отопьемся, я вас ребафну, короче, сделаем все четенько. Так это для варов, для милика, вообще для всех. Мы глыбы не бьем вообще. Мы глыбы будем бить только по моей команде. Даже там ни дотки, ни порчи, ни прикосновения, ни, блядь, никакого говна. Окей, пацаны? РДДшки. Никакой автоатаки, милики. Просто стоите, бегаете за звездой. Захиливайте рейд. Назад все. Все назад, захиливаем рейд. Давайте вперед. Давайте полностью ребафнемся, чтобы на лече уже не ребафаться, короче. Освобожденные магию не стакаем. Хилы аккуратно, очень шаман там максимум, ну, 2-3 стака. Там и то, ну, очень аккуратно. С освобожденкой в сторону там никуда не убегаем, особенно за спину рейду. Вот. Давайте чек на баф и чек на пул. И геру на этом боссе мы давать не будем, потому, ну, на лече 2 геры дадим. Все, все готовы, спускайтесь вниз, ДК начинай. Хилы, захиливаем рейд. Вот ДК с фрост резистом, ДК у нас вообще просто боже. Аккуратно с агротом, ребята, там ДК с фрустрезистом, там может быть капов не хватает каких-то, поэтому, ну, аккуратно играйте, не срывайте агро. Готовьтесь, притяга. Этот, аккуратно со стаками, шаман. О, блин, меня не притянуло, я затыкал. Ну ничего страшного. Давайте. Отбежали от босса. Меточки вниз вынесите, поставьте на два уголка. На два уголочка поставьте, пожалуйста, вот. Давайте за мной быстро. То есть на ступеньках падает, за звездочкой. Кто не видит, кто не слышит, бегайте со звездой. Далеко слева. Глыбы не бейте. Перед глыбами падает. Не бейте глыбы. Я ж просил вас. Вот. Можете долбить глыбы. Фулл ДД в глыбы. Декалом. А, там глыбы. Нет. Больше ЛПшек ДК. ЛП накидывай. Вот, намажьте. Двигаем от босса. Быстрее. Эрдрушка, живи, живи, живи. Отлично. Давайте домашний постараемся так, чтобы она уже не взлетала. ДК, я тебя поменяю после второй глыбы.
аккуратно с магией там. Готовьтесь там. 5 секунд до взлетки. Ну, будет еще одна взлетка, наверное. Давайте, двигайтесь. Меточки вынесите вниз. Шаман, ну куда ты бежишь? Давайте к звезде. Справа далеко падает. Не глыбы не бейте, пока мисс. Справа далеко. Слева близко. Слева, по центру слева. Фуд, где глыбы? Декалови. Все отлично, разворачиваем. Добили глыбы. Все отлично. Несем глыбы под босса. Все до единой. Смотрим, на ком метка. Готовимся. Милик, этот лог под босса. Милики, уйдите. РДД, задотайте босса по максимуму. Фулл ДД в глыбу. Встаньте за глыбу, скиньте все стаки. Хирург там, друид, не стакай. Этот самый. Следующую обязательно, хирург под босса. Быстрее. Смещайся влево. Вот, молодец. Встаньте за глыбу, скинуть стаки. Глыбу не бить. Сейчас ДК живи, дам тебе щиточек. Все, байс под босса. Друид, уходи. Так, хилим хорошо протопало, тубишь меня, шаман. Разбиваем глыбу. Бэвс под босса, мелики ушли. ДК скинешь так и сразу меня меняй. Оп, шаман, хиль. ДК забирай. Мы смотрим, на ком глыба. Эту Асази под босса. Асази, скорее. Вот, молодец. Стали. Не стакай освобожденку. Вот, скидываем стаки. Разбиваем глыбу. Еще одну следующую под босса, потому что будет притяга. Хирург под босса, скорее. В кота и на спринт. Стали. Скинули стаки. Глыбу не разбиваем. Сейчас притянем. ДК, уходи, я заберу. Уходи, я забрал. Я дал ДС. Все, глыбу в сторону, вар. Добивайте босса уже. Следующий тоже в сторону. Шаман в сторону, выбери. Разбейте глыбы. Молодцы. Давайте кричу скорее. Вот. Ну да, я вернулся домой. До конца января буду дома. Заработал баблишко, можно и отдохнуть. Так, все готовы. Ребята, пожалуйста, вот просьба к РДДшкам, к хилам, меликам, смотрите. Когда я говорю, ловушки перебежали, не докастовывайте так дальше, сразу отбегайте, хорошо. Убьем быстренько и разойдемся, все останутся при хороших ощущениях при рейде. Если я называю ваш ник, что на ваш чума,
выбегайте, ну, с рейда, если что там, этот друид с аватом, если скажу с аватом, ну, ты поймешь, что это ты. То же самое лог, потому что у вас пока ники выговоришь, короче, то, ну, то это долго, поэтому. Геру дашь с пула шамана, как пульнем, хорошо? Это двое, я буду станить всех валик, станешь только мою валькирию, окей? Этот самый, еще одного там, диспель, ну, шаман диспелишь, ты в курсе, да? Ну, и жди, пока донес, ну, короче, не знаю даже. Короче, нормально по диспель. Только, ну, старайся, ну, не сразу, чтобы не в рейд. Старайтесь вынести сразу чуму. Ну, тотемы поставь, шаман, вот здесь, где я стою сейчас. И возвращайся бегом к рейду, быстрее. Вот, давай Геру. Перебежали, ловушка. Готовимся, чума сейчас будет. Смотрите, чуму выносите. Шаман, беги. Диспеллер. Все, возвращайся обратно. Аккуратно, милики, РДДшки, продвиньтесь немножко. Вот. Перебежали, милизона. РДДшки тоже двигаемся. Чуму выноси, диспельте Сантоса. Вот, отлично. Перебежали РДД зона. Шаман двигается. Смотрите, сейчас шаркаль будет. Аккуратно там. Блядь, хильте, я не попал станом. Смотрите, сейчас чуму вынесите обязательно. РДДшки, шаман, шаман, беги, дебил. Ну, это вайп, падаем. Шаман, ты в курсе, что ты просто стоял и двигал, прыгал в ловушке? Падайте, вайп. Нету дивана. У меня, по крайней мере. Ни реса, ни дивана. Короче, еще немножко теряюсь. Я нахуй ты свитку включать, бога. Я думаю, что мне так вообще липать. Летите, резайтесь. Кто может РДД зону поводить? Поставьте плюс в рейд. Кто, на кого можно повесить метку, кто не дебил. Этот, Саша, поводишь РДД зону, хорошо? Я тебе кину метку, дам ассиста. Собственно. Шаман, ты меня слышишь? Эршан. Шаман. Сейчас все будет нормально.
Резните лока. Саша, на ассиста на себе будешь метку обновлять. Там какой-то квадрат. Вот. Знаете, тоже ассиста на себя какую-то печеньку повесь. Для мильзона. Ну там в тысячу слятина, там не должно быть проблем. Шаман. Если шкафуйте с умом шамана. Шаман, тупо хиль танка волной исцеления. Хорошо? Там вот на шаркарях, короче, на переходке, если что, кинешь стан, хорошо одному шаркарю. Давайте чекаем на баф и чекаем на пул. Всех все есть, все отлично. Запустите кто-нибудь один. Давайте, встаньте по местам. РТД зона, сдвигайтесь квадратиком, пожалуйста. Что это за прилив местности? Ты зарегистрировал мой телефон? Да. Да, поздравляю. Все, можете меня не душить. Все, ну крыться, ну вене, блин. Зараз я прийду к тебе. Да. Да. Этот самый, давайте, короче, этот самый, сейчас быстренько надо убивать. Ты в курс? Что? Ты все поел. Да. Сразу видно, мужик в доме. Да, этот самый, дай Геру, шаман. Давай Геру, давайте фулл ДД. Я называю картофельки. Окей. Ну, папа, это... Хорошо. Перебежали мили-зона. Готовьтесь чуму выносить. Вар выноси. Диспель же вара. Вар же диспел. Это мили-зона там. РДДшки подтянитесь, пожалуйста. Саша, подводи. Параллельно мили-зоне двигайся. Вы просто чуму иначе не донесете. Это РДД зона, двигайтесь, милики, постойте. Готовьте, сейчас будет чума. Ну он на мне нормально. Эва мили зона двигается. РДД это. И танк веди уже к РДД зоне. Сейчас. Сова именно Starfall под шаркаря, который рядом еще, это вообще просто признак. Там просто прок был. Это хирург, выноси чуму. Там это по рейду диспелли. Это на мне ловушка. Рейд на край. Рейд на край уже. БЗ отдаю. Там смотрите, чуму сейчас вынесите, только в ловушку не влезьте. Шаркарю стан, Войд. Все отлично, красава. Все отлично, играйте в духа гневного.
духа гневного играть, тебе ДК забери на себя. Активнее. Там вот каплю придется дать ДКшке, короче. А то ну тут трэш, чума, короче. Ну. Бля, ну ДК, забери духа! Почему он убивает Лока? Дай БР, Эрду быстро, дай БР, переходка. Лока, захиливать, Лок, сразу беги. ДК, на каплю. Это, играйте в духа быстрее. Я на ДК каплю кину. Хильте хорошо ДК. Готовьтесь, Валькирия. Встаньте в трусы, играйте Валькиру быстро. Фулл ДД по Валькирии. Я станю. Оп. Разойдитесь, лужа сейчас будет. Я забрал пока, а то там ДК на лоу хп был. Захиливай, шаман, ДКшку. Все отлично. Сейчас, встаньте в печеньку. Встаньте в печеньку. Смотрите, сейчас как Валькира спустится, сразу разбегитесь. Сразу, не стоять на месте, а разбежаться нужно. Просто в секунду, в секунду. Разбежались. Быстро разбегитесь. Играйте Валькиру там на льду. Выйдите с лужи. Все отлично, играем босса. Сейчас выйдите с центра РДД хилы, сейчас впервые будет, короче, этот самый. Впервые будет лужа. Милик, если что, на эту лужу в сторону, вот тут вар. Я... БС оставляю, давайте все в центр быстро. Все в печеньку. Последняя Валькира. Быстренько ее разбили. Шаману озарение, сова озарение, если есть. Добивайте Вальку. Все отлично, молодцы. Играем дальше в лечо. Лужа, выйдите из центра, разойдитесь. Вышли из центра, разошлись. Вот, молодец, Войт, красавчик. Давайте печеньку быстро. Еще одна Валька будет. На переходке этот Бэф сдашь и гимн на ману. Я уже давал. Я понял, хорошо, ладно, так уж и быть. Ну все, разбежались, лужа будет, разбегитесь. Вот, Лок оставляй. Отлично, давайте сюда, куда летит Валькира, веди лича сюда, ДК. Веди лича к нам. Играйте, давайте, лича переводим 2%. На край все, на край, на край, на край, уже луж не будет, Валькир не будет, добиваем процент. Переводим, вот. Молодцы, давайте на край. Обходите рейд хорошенько. Давайте на этот ДК лови, лови сразу духа. Лови. Играйте в духа. Очень активно. ДК много ЛП, короче, кидаешь в духа, чтобы дух, ну, никаким образом не сорвался в рейд. Сразу этот самый. Забирай с меня сразу духа. Забирай ДК сразу, если что. Таун, таун, таун. Все отлично. Сразу нового духа. ДК, забирай с меня. Я на себя забираю, ты с меня держи. Вот, чтобы он никого не убил. Так, нового духа, ДК, забери на себя, я поймаю лича. Играйте в духа все. Выводи, киньте сало, кинь сало духу.
под рожу к духу не лезьте, все, стой, ДК, под рожу к духу не залазим, все, отлично. Ключа я на себя забрал. Вот, комната. Все сбегаемся в центр комнаты, в звезду. Все в звезду, быстро. За звездой под стеночку. Это сова, там, ШП, лок, мах. Долбите перед духов. Духов бейте, главное. Бейте со звездочкой. Со звездой быстро. Со звездой. Со звездой, со звездой, со звездой. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот, молодцы, давайте. Сейчас выбросит, ребята. Первым делом разбежимся и добьем духа. Понятно? Первым делом. Так, разбежались, добили духа. ДК, не уводи никуда. Ну ладно, держи и кинешь таунт сразу в лича. Все, под духами не стоим, уходим на противоположную сторону. ДК, таунти лича, забирай. Вот я еще и жнец на себя забрал, бля, и вообще просто у него красава. Уйдите, сова, уйди, Эршам, уйди, вы сейчас сдохнете от духа. Я вижу, все, не кипиши, пожалуйста. Ну так аккуратно, пожалуйста, я просто хочу убить, мне, ну. Очень желание бешеное имею просто. Уводи. Вот. Уходите с подуха, варшам. Сейчас будет лужа, смотрите. А не, лужи не будет, будет комната. Уходим с подуха. В комнате обратно в центр сейчас сбегаемся в звездочку и за звездочкой побежим. Центр быстро. И за мной под стеночку. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Друид, куда ты бежишь? Друид. Кинул спецом звездочку на себя. Где там друид этот? Друид, ты там бегай, живи, шаман, хиль сам сыпаками. Духа бейте. Шаман подхилил. Друид, друг, главное себя захиль. Взял, просто побежал. Хиль, 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 шаман, стань про хиль, есть время. Все, отлично. Залейте озарение, этот, гимноману, либо озарение. Дайте геру. Уйдите из-под духов. Меня захиливайте, пожалуйста, ревностный проповедь. Уводи, уводи, уводи на противоположную сторону. ДК, уводи. Ушли из-под духов, ребята, рейд, уйдите из-под духов. ДК, уведи. Ну духи уже активны стали, блин. Чё вы стоите под ними-то? Лок. Уводи из-под духов на противоположную сторону. Сейчас все в центр сбегаются в звезду. Давайте в центр, в звезду, за звездой под стену, за звездой, за мной, за мной, за мной, быстро, о, на край. Духов, Старфол там, вот, сова, отлично, молодец. Двигаемся под стеночкой вплотную к стенке. В звезде стоим, в звезде, ну вперед не бежим, духов бьем. Духов бейте, дух летит в рейд. Духа бейте, двигайтесь. Двигаемся. Да, дух, 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 дух. Дам сакру, давайте двигайтесь. Да уйдите из-под духа, оставляя лужу. Отведи в сторону, добивайте лича. Все, отлично, молодцы.
Если не считать двух раковая, то вообще рейд отличный. Даже никому не пришлось хуесосить. Как ни странно. Это ирония. Последнее благословение. Мне силу. Давай, я тебе отвечаю. Ну, я тебе, ну, я взял вообще тупо всех подряд. Я набрал тупо, я не знаю, я брал всех подряд, я не перебирал рейд. Ну, нервные, знакомые, да. Ну, пару человек дзиди взял, да. Лесните меня, пожалуйста, я что-то проебал все ресы, короче, если что. Берите топорик, кому нужен. О, спасибо за рез. Все, всем спасибо, до свидос.